Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Решила сделать такой летний микс с фруктами, с мороженым и что такое интересное. Мне кажется, получилось очень даже зрелищно и все то, что я люблю. Купила черешню, знаете, самую дорогую, она просто огромная. И когда вы ее кушаете, прям, знаете, такой хруст, как будто ты ешь алчу. Пробанем. Сладкая бомба. И давайте, пока мороженое не растаяло, начнем с мороженого. Вообще, я не люблю мороженое, которое прям тает. Люблю только из морозильника. Вот только что вынула. Это Альпенгольд. Сегодня бабушка уезжает в деревню. Я вчера разобрала весь шкаф. Все, что не нужно. Раньше я выбрасывала. Меня, кстати, часто осуждали в комментариях. Мне всегда было стыдно отдавать свои вещи старые. Но потом, последний раз, когда мама дала мои старые вещи нашей соседке, она была настолько благодарна, настолько рада, что я поняла, что зря я все это выбросила. Элементарно можно носить какие-то вещи во дворе. Поэтому я решила больше ничего не выбрасывать. Буду кому надо отдавать. А я помню, в детстве моя двоюродная сестра всегда отдавала свои старые вещи нам. Мама радовалась этому, а я наоборот расстраивалась, думала, блин, мне должны были купить новую куртку, и она отдала свою, и теперь я вынуждена буду носить эту. Смотрела влог одного американского мукбанкера. И она зашла в магазин, и там я увидела прям цену, мороженое Magnum, где вот эти 5 штук вместе, как комплект. Маленькие. И у них это мороженое стоит $5. У нашем это же мороженое стоит в 3 раза дороже. Для меня просто мороженое это мороженое. Например, я ем мороженое от Альпенгольд, пробовала и Magnum, и самые дорогие. Для меня плюс-минус все одно и то же, не учитывая прям самые бюджетные какие-то марки. Вкусное мороженое, даже очень. Ананас. Сегодня я наконец-то получила ключи от своей квартиры. Сходила, сняла небольшой такой вложик, показала все. Конечно, там очень много мусора, очень много, где надо вытереть пыль, помыть окна. В общем, дел куча. Но самое главное показать вам проект, показать вам дом и что будет после.
мужик тоже пришел, очень хороший, прям хороший человек. Я прям, знаете, что хочу сделать? Как только я закончу ремонт и все дела, обставлю и позову его на чаек. В гости. Я ему говорю, как только ремонт закончу, дядя, я вас позову. И он такой, с удовольствием приду. То есть у нас не было неприятных каких-то моментов. Там он с чистой совестью просто мне продал эту квартиру. Мы сходили, посидели там где-то полчаса. Теперь ключики у меня. Жалик говорит, давай там устроим лейпей. Я бы с радостью, но просто ни стола, ни стульев, ни кухни. Все в грязи. Вообще, изначально я планировала много кого позвать, устроить обжираловку. Но пока что это не получится сделать именно там. Именно там я, наверное, позову подружек. А завтра планируем просто посидеть с двоюродным братом, с его женой у нас дома. Пока не растаяло. Сейчас как-то я более спокойно перевариваю информацию, что я купила квартиру. А вот в тот день, в день покупки, я настолько была радостная. Мама, наоборот, говорила, ты что, как майская роза, да успокойся, да успокойся. А сегодня мама была радостная, такая, вау, какая квартира, какие большие квадраты. Хотя на видео я сняла, на видео кажется все намного меньше, так скажем. Я считаю, что 53 квадрата для однокомнатной квартиры более чем достаточно. Как же я соскучилась по мороженому. У меня было видео, где я съела 5 мороженых за раз, прикиньте. Хотела что-то такое намутить, потом думаю, нет. Я решила, что приблизительно минимум хотя бы 2 месяца, возможно, где-то 3, я поживу у себя на квартире. Если мне будет неудобно, я перееду обратно. Но первое время хочется действительно ощутить,
что ты приобрел недвижимость, и ты туда переехал со своими вещами. Счастье полное, что нам других слов у меня нету. Еще только сейчас заметила. Второй раз уже, когда купила, пошла смотреть, я заметила, что на балконе у меня прям полностью весь балкон, не то, что вот так вот посередине, кафель. Причем такой красивый. В одном месте жалко, что он сломался и выглядит как обгрызок. Клубничку. Видимо, уже бабушка спускается. Сегодня мама это зажгла узялик. Узялик — это как по-русски такая трава. Типа ее обжигают, и этим дымом наполняется дом, и типа это от сглаза. Я, естественно, во все это не верю. Ерунда. Тогда мы все дружно должны были уже давным-давно сглазить Самойлову. С этими Роллс-Ройсами, Бентли и все дела. В общем, мои хорошие, я наелась. Было очень вкусно, очень сытно, но очень много. Не могу доесть. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Не забывайте подписываться.